Поездка на автобусе 597 от метро «Сокол» до набережной Новикова-Прибоя. Держитесь за поручни. Thank you.
Левитана.
Остановка МЦК Зорге. Во время поездки держитесь за поручни. МЦК Зорге. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогаем. Сообщайте водителю. Следующая остановка МФЦ Хорошовский. МФЦ Хорошовский. Следующая остановка улица Большая. Дорогие пассажиры, в Москве появился третий центральный диаметр Д3. Он связал Зеленоград и Раменское. Теперь можно строить новые удобные маршруты еще с одной линией наземного метро. И уже сейчас добираться без пересадок от Электрозаводской до Ховрина или из Останкино до Авиамоторной. Приятных поездок!
улица Бусинина, дом 9. Следующая остановка – метро Полежаевская. Метро Полежаевская. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах в метро вы сообщайте водителю. Следующая остановка – улица Зорге. Пересадка на Московское центральное кольцо. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте. Сообщайте водителю. Следующая остановка – сквер маршала Жукова.
маршала Жукова.
вопрос. Набережная Новикова Прибоя, дом 4. Thank you.
Нижнего прибоя. Конечная. Конечная? Да, конечно. Или тут же посадка? Тут же посадка, конечная остановка. Да. Итак, это была поездка на автобусе 597 от метро Сокол до набережной Новикова Прибоя. Всем спасибо за просмотр видео, всем спасибо и всем пока.